Чешская республика открыла почетное консульство в непризнанной столице Израиля – Иерусалиме. Консулом назначен Дэн Пропер. Своей главной задачей он видит налаживание экономических отношений Израиль-Чехия. Почетный консул отметил, что будет работать над тем, чтобы увеличить объем израильских инвестиций в чешские компании и предприятия. Несколько дней назад СМИ рассказали о сотрудничестве двух стран в автомобильной сфере. В частности, Чехия разрабатывает вместе с Израилем механизмы технического оснащения для автопрома. Кроме того, в Иерусалиме вскоре может появиться чешский дом – информационно-культурный центр. Кстати, сейчас в Чехии активно обсуждается вопрос возможности переноса посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.